Всем привет! Сегодня 13 января 2016 года. Сейчас вот только проснулся и буду собираться идти на работу. Вот. Что-то ночью как-то плохо спалось там. Сны какие-то дурацкие снились, непонятные. Вот, сегодня первый день ухожу на работу, я немножко как-то это волнуюсь. Думаю, справлюсь я с работой, не справлюсь. Наверное, может поэтому и спалось плохо, потому что это, ну, наверное, какое-то небольшое напряжение все равно есть. Это, потому что как первый день работы, неизвестно там, как коллектив меня встретит, как я с работой буду справляться, ну и тому подобное. Вот. В общем, и проснуться вообще рано. Сейчас 7 утра, а мне на работу только как без 15:10. Короче, еще до работы 3 часа, ну, почти. Вот. Так что, вот такие дела. Не знаю, как рабочий день сегодня пройдет. Блин, но работать придется аж до 10 вечера, блин. Еще ночью плохо спал вообще. Не знаю, как я буду работать. Что еще вам рассказывать? Даже, ну, с утра, как обычно, жена опять там со мной поругалась там. Там компьютер, блин, что-то завис. Она это говорит: о, это ты виноват. Ты лазишь куда ни попадя, поэтому и компьютер завис, блин. Короче, вообще, блин. Вечно как-то недовольна, вечно ей все не нравится. Нет, чтобы с утра пожелать там именно как, ну, счастливо тебя отработать первый день, там подобное. Чтобы все было нормально, а она с утра мне скандалы укатывает, блин. Характер у тебя сложный, конечно, это вообще пипец просто, блин, жесть. Даже не знаю, как дальше будет дело идти. Вот.